соперника, ветеран бойца в синем углу клетки. Бойцу 22 года, рост 174 сантиметра, вес 72 килограмма. Его профессиональный рекорд 15 боев, 12 побед, 3 поражения. Победитель первенства России по боевому самбо. Финалист чемпионата мира по рукопашному бою. Чемпион Москвы по боевому самбо. Победитель турнира Кубок Атриум. Финалист гран-при в легком весе по версии Fight Night. Представляющий бойцовский клуб «Крепость». Республика Чечня Грозный. Встречайте Зубара Хуга. И его соперник в красном углу октагона. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 72 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев, 3 победы, 2 поражения. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Победитель международного турнира «Алаш Прайд» против сборной мира 2012. Победитель международного турнира «Бушидо FC Лондон 2011. Победитель международного турнира «Бушидо 51 Алматы 2011. Представляющий бойцовский клуб «Алаш Прайд» Куат Найман Капита. Правила боя. 2 раунда по 5 минут. Возможно, третий. В случае ничьи. Головой локтем не бить. Коленом туловище. Партеры времени ограничено. Активные действия не будут, поднимаю. Пожалуй, руки. Итак, кто же будет победителем? Тухугов или Хамитов? Хамитов или Тухугов? А здесь ответ здесь, в октагоне «Алаш Прайд». Первый раунд.
закончим первый раунд. Ваши аплодисменты! Thank you.
Слава заслуги! Заслуживают ваших оваций! Итак, по завершении двух раундов боя раздельным решением судей победу одержал Зубайра Кушуга! Республика Чечня, Россия! Победил Зубайра Кушуга!